критический момент наш, как ты. Ладно, я, короче, скачаю просто запись этого с Твича и закину потом на ютубчик. И все. Я думала, ты так сразу будешь делать. Пауза. Вот, спасибо за подписочку. Подписочку. За подписочку, да. Спасибо. Скрофт 1488. Неплохо. Бля, ну все, короче, погнали, чё ждать? Погнали. Давай. Слушай, у меня предложение. Да. Сразу. Анюшку тебе не дадут. Нет, я понимаю. Нет, стой. Вот, Андрей, пожалуйста, на шестой странице открой 9-й кейс. На 6-й странице 9-й кейс? Да. Так я его все. У меня нет на. Ладно. И что дальше? Я же его все равно открою, я все 200 открою. Я понимаю, но именно вот первое. Ладно, все, короче, народ, погнали. Я стартую, да. Анюшка, Анюшка. Корень хуйня будет. Хуйня, блять. Ладно. Ого. Ну все, значит не пошло, придется закрывать эту трансляцию, все, короче. Да, извините. Да. Хорошее начало, мне кажется. Хорошее начало. 30 минут. Да не, нормально. Да, блять, ебучи дети. Да, спасибо за подписочку. У меня почему-то вот этот крестик не работает. Крестик, да, не работает. Там крестик не работает. О, наушники Monster Beats. Нормально. Айхор. Спасибо за подписочки. Всем спасибо. Ух, нихуя себе. А, я знаю, понятно. Фиолетовая. Первый более-менее. Да. И подписки посыпали. Так. О! Неплохо. Ну все равно, даже если он не стримжовый, это круто. А, который... Не, это херня дешевая. Почему он кейс стоит? У меня стоит? Крестик этот не нажимается. Разве? Стринджовая стоит 3 кейса. А, стоп, стринджовая, сори, да, стринджовая, да. Так. О, три шмотки выпало. Нормально. Охуеня. Да. Мда. Все, расходимся. О, не это тема, это самое лучшее. С девятого ящика, кстати, выпало. По счету девятый ящик. А что, первого, как бы, да? Красиво. На снайпера. Блять, я не могу закрывать, у меня крестик этот не работает. Реально, а на какой-то насмешку? На снайпера. На... Там, где, знаешь, вот читеры заходят, на дудки дуют. На казани. А, я понял. Да, я понял, да. Дудка. Кто там меня... Ну, я думаю, что я уже купился, можно остановиться, в принципе. Все, не стукай! Не стукай, я сказал. Не стукай. Так. Да не стукай, ебать, еще один. О, еще один, нормально. Unusualificator. А, нихуя! Вот, Андрей, я же говорил. Ну если так дальше пойдет, я еще 100 кейсов куплю. Но я уже в плюсе. Может, стоит остановиться и вернуть бабку? На шотландское шатание. Блин, прикольно. Это на Демоса, там, где он ходит, бухает. Да. Это дорогая, кстати. Блять, хочу Unusual Tank. Пожалуйста, Габен, дай мне Unusual Tank. Вот у меня, кстати, на прошлом анбоксинге была такая хрень, я попросил Габена Unusual, и он мне тут же ее дал. Поэтому, Габен, пожалуйста, дай мне Unusual Tank с розовой луной. Пожалуйста, Габен. Кто передает? Симпли привет тебе передает. Симпли привет. Здравствуйте, Симпли. Ёбаный крестик. Не ты, крестик. Так, не ты, крестик, не выражайся. Да, блять, он не нажимается. Да, конченый... О, ебать, фиолетовая, розовенькая. Уточка, уточка. Мистер Квакерс. Бля, ну уже охуенно. Да, круто. Погнали дальше. Так. Ну что таунты, они все равно, ну, например, на Демоса вот этот вот с бутылкой, он достаточно дорогой.
более с новым эффектом. Я, наверное, и таунты буду юзать. Я посмотрю еще, сколько они стоят. Я, может, куплю еще таунты, заюзаю таунты. Привет, Иньеста. Да, здравствуйте, Иньеста. Ну, на снайпера... Какая разница, не очень. Все равно это анюшки, как бы, это деньги. Так, две шмотки. Это не самые дешевые таунты, так что... Блин, сейчас у тебя скелеты, походу, забьют до смерти. Которые на снайпера вот эти вот, на инженеры. С 9 и 11 кейс, Павел. Шестая страница, 9 кейс, понимаешь? Да, ты красава, конечно. Только надо было поочередно их открывать. Ну зато уже билетов почти на тур выпало. Вот теперь точно на тур уже выпало. Да, уже на тур. Отлично, сейчас еще сковородка выпадет с ЛВМа. Где Саш, кто его дотолкал? Я его, кстати, толкала наверх, толкала. Где он теперь? Он на синем вагоне, его скитбеты пиздят. А, вижу. Шуба, давай, ты большой, помоги Сашке. Писала. Почему он здесь? Я его не могу оттуда вытянуть. О, писала. Шуба! Мне нечем толкать, мне. Бонг. Ты мешаешь мне. Сейчас я вам построю диспак. У меня уже закончились эти. Блин, ты не мешаешь. Минник, странный счетчик. Обменник. А, минник. Андрей Николаевич, за вас дроп. О, ботиночки за кей выпали. Найс. Да я понимаю. Там это наша... Еще голова такая большая. О, попало. Так. Я не могу, Шуба, ты мешаешь. Вот да, тебе, Шуба, и Team Spirit, не надо никакие седьмые ящики открывать. Ну, ну блин, ну да, вообще. А из седьмого ящика можно два Team Spirit выпить. Да, два. Smells like Team Spirit, так сказать. Бля, ну Габен, заебал. Ну вот тебе танк дал сразу. Ты еще даже по полтинник не открыл. Да. У тебя уже два модификатора упало. Ну да. Неплохо. Но у меня в прошлый раз было, что на первых 20 выпало, по-моему. Или потом, 30, по-моему, я потом реально очень долго не падали. Ну короче, еще парочка десятков ящиков выпадет, та шапка, о которой говорила Лили. Да, какой-нибудь анус тебе выпадет. Да, кто тебя делал, интересно? Наверное, самые модные эти... Это там. О. Дизайнеры. Дизайнеры, стилисты. Да, самые лучшие. Блять, тут меня жжет. Почему у меня чат трансляции не открывается? Что за бред? Просто. Странного типа. Что там странного типа? Это что? Мэн оф бар. Что-то пока ничего. Да. Ну давайте до 40 дойду, пока перерывчик, может, небольшой. Пару секунд. Реклама на 15 минут, да. Нет, ты, конечно, можешь отдать 20 по 20 ящиков за исключение нам все, мы откроем, но не будем. Короче, вас попросили, люди на сервере могут не спойлерить, выпали ли анусы или нет. Анусы. А в смысле спойлерить? Короче, мы сидим, просто мы это видим раньше, чем в стриме. Мы говорим об этом, они не знают. Сори, гай. Если мы не будем, мы будем молчать. Сколько заработал, сколько потратил? Потратил 500 баксов. Заработал уже... Блять! Пиздец, демоны! Так, я пока что положу вот сюда. Задержка между открытием и тем, как вы говорите, где-то может... Нет, но несколько секунд там есть, это правда. Да, блять, эту рель мою ёбнут! Ой. Ой, кто это выпустил? Да, может быть, я. Ну, Саша, что пиздит. Так. Три шмотки.
Пока неизвестно, сколько он заработал. Говно. Потому что неизвестно, какие там будут анюшки. И эффекты. Гифтопульта. Всех. Вот хуже всего это гифтопульта, наверное, получить. Потому что ты вместо того, чтобы получить какую-то шмотку, ты должен еще отдать ее кому-то. Ну не обязан. Ну не обязан, да. Кабен, где мои анюшки? Давай. Мистер Делфи просит сделать перерыв после первого полтинника. У него ужин варится. Сейчас будем еще ждать, пока он поужинает. Нет, он, наверное, возьмет, принесет, сядет за компьютер. Ого! Ого! У меня Hurt Me! Я застряла здесь. Посмотри. А, я умерла. У меня вообще 1000 убийств. Фу, господи, убийств. У меня было 1 000 000 здоровья, но я потом умерла, и я поняла, что 1 000 000 слишком много. Бля, я не заскриншотил, как мне эти Unusual Fire выпали. Ой, что ж делать, как жить-то, беда. Чтобы пролезть не может, чтобы слишком толстый. Да, это жестко. Да, это жестко. Да, это жестко. А какой номер в машинке? 82 или 92. Все, первые 50 есть. Ну что ж, с 52 Unusual Fire нормально. Да, нормально. В принципе, я думаю, что это нормально. Фух. Бля. Я, короче, начал... Сука, Димон, я начал из-за тебя с конца. Я хотел с третьей страницы начинать. Сука! Ну все, нужно было один открыть, вот тебя. А ты написали, что заскринили твои... Заскринили? Да. Так, сколько там зрителей? 42 зрителя. Нихера. Нормально, все равно. Ты популярный. Да, популярный. У тебя столько подписчиков. Столько подписчиков теперь. О, я могу плавать. 86, чтобы плавать. Так, ну ладно, надеемся, что мистер Делфи уже принес свой обед. Давайте. Ты что, уже все, делал перерыв? Ну да, все. Погнали прошел дальше. Лиля, ты где? А, да это уже полтинник прошел. Да, полтинник прошел. Я иду за тобой. Не зайдешь в пес со мной. Я плаваю. Не... О, подожди, я Hurt Me не прописала, что ты делаешь, я умру, я столько писала там. Подожди. Где анюшки? Короче, давай строим интерактив. Зритель, который угадывает следующую вещь, получает ее. Ага. Ну, очень вряд ли ее не то что получит, вряд ли угадает. Да, снайпер же еврей. Да. Ну так ты еще один подбородок. Будет. Второй. Я тоже. Стринжовый второй подбородок. В смысле? Обычный вообще-то. Делфи угадывает Анюшка через два ящика. Так. Ой, ты в домик залетел. Ой, еще один жирный. Пишет за Анюшку. Ты меня скинула. Не со спины. Увы, но Делфи не угадал. Значит, мы у него забираем что-нибудь. Значит, с него. Кстати, да, забыли сказать, кто не отгадывает, тот вот это будет человек. Андрей, открой сначала правый средний, а потом левый средний. Не-не, я поочередно буду открывать. Ой, ну ты ужасный. Ты такой страшный. Мистер Делфи, с вас парки. Стой, место. Ой, пойдем, иди сюда. Парукеев это не грабеж. Да. Странный счетчик, убийство с превосходством. Да. Спойлер, сори. Да нет, там было видно, в принципе. Да? Да. Во. Блядь, момент. А, ты падаешь, да? Ну, не ноутбук у меня, типа это, плавание. С их ножками дрыгнуть. В следующем дропе будет билетик на МВМ. Да. Через два я не успела. Ну, увы, никаких билетиков тут не было.
Ближе ко мне, ближе. О, господи. Кстати, этот ПДСМ-мошенник, вроде бы, не так уж и дешево стоит. Я видела у кого-то такой анюшник. У ботинки. Господи, кто там? Что? Ахмед ходил? Красавчик, красавчик. О! Нормально! О! Так, подождите. Я даже не вижу, что там. О, вот это да! Вот это не смешка, а у меня, кстати, насмешка такая есть. Если у вас, кстати, нормально, есть такие насмешки, которые мне выпали, можете... А давайте снайперу, можете, да. Можете мне их дать, я, в принципе, вам верну потом. Ну, не Unusual, конечно, я новую куплю. Бля, может, Unusual. Поздравляю, третья уже. Это с какого ящика, получается, выпало? Ой, ЕСТа. 68-го ящика. Здравствуйте. Ну, за 68 ящиков три Unusual вообще... Нормально. Ну, в принципе, оно нормально, да. А, Дэри пишет, что у него есть такая насмешка. У меня есть на демоса. Мне вот нужно на снайпера и что там еще? На снайпера и на демоса. О, нихуя, донатик. А кто тебя на донейшн алерт? Это Джек Стэнли. Известный Джек Стэнли. Лиля, ты где? Я... Борщ. Почему борщ? Блин, мне надо... Как убрать? Ого! Ботинки! Еще один, нам... Еще одни ботинки! В смысле ботинки? Это насмешка на медика. Ботинки на спае. Бля, нихуя себе. Вообще тема. Так, сейчас где-то у меня анюшка мои. Четвертая анюшка. Со скольки ящиков? Ну, чуть больше. 71 ящик. Ты че, сучка? 71 ящик. Бля, может стоит все-таки так продавать их? Краска. Спасибо за донат, кстати, да. Суба, а как снять этот эффект? Чуть позже поставлю в топ донатеров. Как еще раз? Remove Pond 86. Так. Дальше погнали. 4 анюшки меня уже радует. Это уже отлично. Сколько уже этих открыл? 74. Ну если с каждых 100 мне выпадет по 4 анюшки, то вроде как это должно быть отлично просто. Ну не отлично, ладно, хорошо должно быть. Это супер. Насмешки по 35 баксов, и Майк пишет. Ну, их всего 4, поэтому пока что нет, даже не окупился. Спасибо за зайка, 100 рублей. Да, о, тебе еще на один ключ хватит. Что ж, что вырыв?
подари Анюшку. Подари Анюшку. Ну, подари Анюшку. Да. И ты чувствуешь? Ру... Это ты типа крестик, да? Да, да, ты. Нет, это не крестик, не доставаться. Это я. Бля, это сейчас просто. Нет, я хочу сказать, что это я попросила не. Да, конечно. Ну, хоть МВМ наиграюсь. Давайте искать вообще флеш. Куча билетов на МВМ. Да, только на билет на МВМ ничего не дропается, поэтому так плюс. В смысле? Последнее золото, ракетомет как бы. Ну когда тебе, когда это было? Ну, троф. Три назад, четыре. А, тогда ладно. Я просто после того почти не играл. Ты ж сказал, что ты все руки выпал, ты завязываешь. Ну да, но потом было нечего делать, потом я решил снова... опять. Да. Вот сейчас так, видишь. 48 людей тебя смотрят. Да. Дропнулось. Блин, у меня опять... Ты умный? Ой, прости, пупсик. Куга все пропускает, все веселье. Он все это время был замечен. Хоть бы размечился раз. Да, блять, ага. Подари мне Габен танк с розовой луной, пожалуйста. Давайте помолимся, чтобы Сашка выиграл танк. Давай, ты начинаешь. Охуенная розовая луна. Я молюсь. И танк, ну танк, конечно, такой себе, но это единственное... Не, ладно, там есть еще с волосами вот эта шапка тоже нормальная. Да, Забинчета, ты очень быстрая. Быстрая. Ладно, пусть будет вот эта волосатая шапка на солда с розовой луной. Я не могу согласен на нее. Да хули вы меня пиздите, что я вам сделал? Вот он. Я не могу танк. Потому что ты нас пиздишь. Топ танк. Можешь танк? Ол класса, можешь вернуть? Ты особенный. Нет. Я тоже не могу. Хотя вроде раньше могла там. Знаешь почему, скорее всего? Почему? Чё ты не умираешь? Конфиг сервера. Да, точно, да. Да. Так, второй полтинник есть. Того за 100 кейсов мне выпало. 4 Анюшки. Да. Розовая только одна мне выпала, да? Получается. Пиздец, одна розовая, ни одной красной. За 100 ящиков. Одна розовая, ни одной красной. 4 Анюшки. Давайте молимся, чттобы знать, что следующие 100 ящиков выпало куча красных и куча нет. Ну ладно. Мы обязательно какая-то шмотка с розовой. Молимся. Выпало. Молимся, да. Ой, какие вы милые. Да, меня пока. А ты тут какая-то... Тихо, не шевелись. Нет, хватит, хватит, нет! Меня выкинуло. Шуба, не уходи только никуда. Я обожаю брать пироманы и... Ну хватит меня скидывать! Место. Место. Я хочу заскакнуть. Пойдемте в другое место? Пойдем от меня. Нас... Ау. А куда? Подходите сюда, вот краешку. Ага. Почему ты светишься? Короче, вас сейчас убьют. Да, пока. Бля! Не пока. А, ты вернулся? Да, меня тут хотят отпиздить. Сейчас я... А вот эти вот крокодилы, это получается... Ну, а, это хэллоуиновские шмотки? Они да. Дорого, кстати, стоят эти вот шмотки хэллоуиновские? Говно это. Ой-ой-ой. Рублей 15? По-моему, процентов 10. С тобой скелет бежит. Угу. Вставайся на меня. Чё? Лили, иди сюда. Прыгай на меня. В воздухе, видишь, я вижу. Да блядь, скелеторы ебаные. Ч
Чё там? Кто скринить будет? Лиля, ты где? А, я иду. Скрин. А как там летать, я забыл? Ноклип. 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 Летай. I believe in you. И стрижу её, кстати, по-моему, тоже не падала. Пусть они отстрижут. Вообще. Там у тебя падало какие-то синие. Вставай! Вообще ни, одно, ни одного Стрэнджа. Сейчас, подожди-ка. Блять. Сейчас. Сейчас, еще раз. Да, или да, ни одного. Не, вот одна шапка выпала стрэнджовая синяя. И все. А, нет, упс. Три. Страх. Три синие шапки стрэнджовые. Охуеть. Не, ну здорово. Куда ты улетел? Мне скелет ударил. Да блять, ебучие скелеты. Что-то больно мне как-то. Можно меня не убить? Спасибо. Что-то больно как-то. Ты заметил, какие прикольные стены. Я люблю тебя. Ты такой охуенный. Расстегни мне блузку. Типа дня один, спасибо за 110 рублей. Ты такой писатый. Как кокаин внутри вена. Ты такой охуенный. Расстегни мне блузку. Расстань. Я сверху зайка. Удачи, дружище. Спасибо за донат. Может, разброс попробуешь открыть 4 ящика? Да не. По порядку будет. Смотри, сейчас тебе седьмой ящик. На седьмом ящике сейчас тебе убью. А тебе ботинки Стрэндж подали? Я что-то даже не заметил. Да, подали ботиночки. А я вообще не видел таких, кстати. Который на спаятике? Не. На скаута. А, вот эти стрелы, они не очень дорогие. Да. Ермурчик, спасибо за полный. Ну что ты делаешь? О, анюжилка! Нихуя себе! Это на шпиона. Ёпта. Так, опа, смотрим, что за анюжилка. Ну, конечно, что за анюжилка? Ну, да. Опа. Ну, все равно. А с глазом, наш... с глазом. Блядь, куда вы меня закинули? Что это такое? Покажешь? Да-да-да, сейчас покажу. Ага. Прикольно. Е-ей. Поздравляем. Куда вы его закинули? Пятая анюшка. Пятая получается, анюшка. Да. Не, ну это первая шапка, получается. Первая шапка анюшка. А тут оно, походу, не отображается, да? Ну нахуя? Ой. А, это был ты! У меня не отображалась подожди. Шапка? Сори, не, я а не видел. Ты, наверное, из-за конфигов. В том году та же самая хуйня была. Не, не видно. Конфиги на сервере, и ты в дуэльске, поэтому... Так где ты? Лазы. На респе, на респе. Хорошо, и какой мне конфиг поставить? Ты можешь просто покрутиться в этом, в своем ладауте, ну, да, показать, вижу, вот я... шапка. Я его даже немножко... Бля, ну шапка, конечно, ну прикольная, наверное, да. Ну, прикольно, и даже искать... Там какие-то ложки поломанные, погнутые. Типа гипноз. Да, типа Нейла. Матрица, все дела. Бля, охуеть. Блин, прикольно. Да не, прикольно. Кто этих скелетов все время вызывает? Пидорас? Наратимус? Они сами. Так, это какой был 121 ящик? Офигеть. Да. Дальше. На, ты по голове. Блять. Блять. Сейчас я да. Шапочку сразу перемещу туда, ко всем анюшкам. О, спасибо. Да, пожалуйста. Сука. Хартред, спасибо за подписочку. Че это такое? Ясно, что это было? Давай я его подкину, а ты будешь стрелять. Опять меня скинули. О! А, меня нет. Ладно, Андрей, это все было. О, давай уже, Андрюшки.
Тебе-то зачем, Анюшка? О, нейм так, нормально. Да. Сколько он стоит? $500? Примерно. Черт. Кому как? Вообще эффект прикольный на самом деле. Может быть, он в игре не так посмотрел. Ну, я его не замечала так в игре. Еще раз. О, Анюша, фигатом, нормально. Опа. Ну, я же говорю, Андрей, хватит балла. Нормально, да. Так, спойлер. Ты что там? Ты вот, кстати, кое-кто у нас тут спойлеры создает. А, 10 тиксов, что это интересно делает? Давай ты мне будешь, вот. Спасибо за подписочку. Вот, написали, о, Едкер, попросили не спойлеры. Уважай людей. Хорошо, я буду специально говорить неправильно, хорошо. Никакого уважения к людям. Замьють его. Блин, нормально. Так хватит меня бить, господи. А где ты? Да меня вон ест. Где он тебя бьется? Он вон ноуклипом летает, короче. Отстаньте! Демоны! Демоны! Ну ладно, карм где одна, там и три. Да. Они невидимки надо. Маркил 12, спасибо за фоллоу. Чё, где взять это? У меня маленький пистолет, я не понимаю, куда я стреляю. А у тебя что-то с интернетом на полу ищет. 15 сантиметров. Да, 15 сантиметров. О, спасибо. Бля, ну одна шапка, конечно, что-то мало. Май горгулья. О, у меня стрелика золотая упала, нихуя себе. Астралиум Голд, нормально. Нет, ну почему Астралиум Голд? Да, горилла, это все новые эффекты. Австралийка, блять. Ну чё, Австралиум Голд? У тебя скрин через 25 минут или у кого-то скрин через 25 минут? У меня нету. Нет. Ай. Написал чувак, у нас скрин через 25 минут, если что. Это не тебе нарисовано? А какой у него ник? Сейн и т.д. А, понял. Это тебе, наверное, да? Улетаешь. Ну сейчас досмотрю, что, мы успеем 20 минут. Тупо, а нет. Мне осталось 60 кейсов еще. О, паучок. Нормально. Крошка, паучок. Вторая, розовая, паукан. За 100... Сколько? Паукан. 140 ящиков, и первая... Не, ладно, вторая розовая. О, паучок. Тебе же уже выпало там это как утка. Утка. Блять, ни одной красной. Кто там? Сейчас все будет, Андрей, сейчас. Нет! Я не могу лететь, я же умру там. Мне придется опять заново все ставить. Опа. А я не могу встать на крышу? Нет. Зато я нашла другой спот, прикольно. Воу. Лети. Saints Etanial, да. Как бесконечные патроны делать? Никак? Не бесконечные. Можешь импульс 101 вводить, если... Да, импульс 101. Тех. Затрален. Тех. Тех. Затрален. Ну, давай. Помогите. Ой-ой-ой. Блин, мне уже, по сути, должна еще одна Анюшка выпадать. Какое? Она должна разоразовывать. Шапка-то падает, не спать. Везение, уровень 100. Нет, везение, уровень упало золото из ящика.
Да. Что-то там. Окей, меня ник на царь подбородков. 6. Сори, я просто, чтобы не, как сказать, не обидеть и не сказать неправильно. 6 от ньюжек выпало. Блин, за столько подбородков я в жизни не видел. Кто-то ставил вообще на 2 ньюшки. Не буду говорить кто, но кто-то мне писал. Наверное, что будет Дельфи только 2 ньюшки. Наверное, какой-нибудь Дельфи. Говорю, только... Я ник на царь подбородков. Он, может, про шапки имел в виду, а не... Ну, может быть. Ты заметил, какие прикольные стены? Я люблю тебя. Твой проездной. Ты такой охуенный. Перейдем на ты. Ты такой пиздатый. Кокаин офигенно. Какая машинка, какая? Ты охуенный. Стегни мне блузку. Перейдем на ты. 82? Ты такой пиздатый. Андрюха, ты покушал? Иди покушай и потом продолжай. Врум, врум. Потом. И покушай, потом продолжай. Спасибо за донат проездной. Я может, конечно, неправильно читаю там. Нет второго Моника, чтобы читать параллельно. Ну вот, можно донат себе второй Моникс купить. Да, ну, да. Да. Сколько уже? 400 рублей понакапало? Как ты говорил, квартиру в центре Киева. Ну а что, на то, что тебе тогда упало прошло 2 года назад, мог спокойно купить. Что? Похавать? Квартиру. И проездной купить. Да, мажоров, годовой запас. Или оформить за ставку киевских тортов в Чехии. Вот, это найс. Найс было бы. Ну что это такое? Счетчик убийств в воздухе. Ворот кейсов. На 500 баксов мог купить и Моник. Не, ну так это стринжовая выпала еще одна. Ну, вообще-то да. Вообще, да. Еще, тебе еще Airborne выпало, это тоже что-то стоит как бы. На, нахуй. На. Ого. Да, это жестко. Отшлепом. Я буду тебя шлепать. Шлеп. На, врум. Что еще хочешь? На. О, нет! О, я вовремя свернула. Да, спасибо. Так, итого 160 кейс. Ай, отпусти меня. Нет. Наверное, больше всего у тебя ботинок, да? Мне кажется, подбородок. Ботинок. Опа. Рыжовые ботинки. Рыжовые ботинки. А у меня, кстати, не пишет, что он... Блять, помогите! 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 Меня зажали. Насилуют вообще-то уже. Вот вам бутер, отстаньте от меня. Теперь они за мной гонятся. Хрен с вами, короче. Меня убивают. Нет! Они меня столкнули в яму. Уроды эти. Это жестко. О, расширитель. Первый. Ты пропал подбородок. Странного типа, кстати. Фиолетовая шмоточка. На Пироса, да? Да, это на Пироса. Ну чё, где вторая мишка? Где, блядь, мой танк? Где шапка? Где он? Где шапка? Где танк? Или волосы? Где он танк? Где подбородки? Говорит Делфи. У нас. Всё при нас. У каждого по подбородку, все нормально. А у некоторых по два. Больше подбородков. У кого-то по два, у кого-то по три, да. У всех есть подбородки. Блять, 30 кейсов осталось.
А ну с подбородка в сторону. Шесть энюжек. Так нужно, нужен танк. Где танк, не изменишь? Прям там. Три бомтана. О, нихуя себе, какое говно! Сука, мне как раз танк выпал. Пидорас. Я думал, танк энюжельный. Я тоже думала, что... Блин, я видела, как он серёжит. Троллер года просто. Как такой спойлер? Троллер, мопс, ебомс. Ооо, подождите. А что это? У нас паяк какие-то. О, ничего. Стринжовая, кстати. Да, вот, я поэтому сейчас смотрю стринжовая, такая, ооо, потом ничего. Повесит бил народ. Да, нормально. Так. Ну давай красную. Блин, уже пора. Балуй. Блять, ну да, действительно, хотя бы по одно красное мне дали. Хотя... Где шапка кота? Вот мне... это вот самая дорогая. Да, мне раз... в прошлый раз ни разу красная не упала. Эх. Так, я что-то потерялся. А вот. Серёжа, блядь, 25 кейсов осталось. Серёжа. Мне не хватает одной энюшки пока что. Счётчик. Лечение союзников. Ну, он нормально вроде стоит. Ну, типа кей там вроде точно стоит. Да, блядь, я покупаю... Нажимаю купить ключи. Не надо мне ключи покупать больше. Чё, ещё будешь что открывать? Ну, видишь, пока не везёт что-то. Наверное, нет. Ну я посмотрю, сколько эта вся хрень стоит. Может быть, еще потом сотню открою, если еще что-то повыпадает. Вряд ли. Где шапка там? Непонятно. Ждем танк. Давай будем открывать кейс, пока танк не летит. Подбородок или бунт? Тем временем... Все пишут, еще подбородок, еще подбородок. Бля, поднимите щиты. Лучше мечи. Сколько потратил и сколько выпало в долларах, вопрос. Сколько потратил, сколько выпало, да? Хер его знает. Потратил, я же говорил, уже 500. Да, 500 долларов потратил. А выпало... А выпало пока не... 6 энюжек выпало. 6, даже ничего себе. 5 насмешек. Таунтов. Да, одна шапка. Кстати, какие там таунты выпали? На медика хуёвый. Скаут, демо что-то видел. На скаута тоже такое себе, на демоса такое себе, на снайпера. Два, на демоса. Ну они все, ну типа, одиночные, на один класс. Да, у класса не падал. Ну шапка, конечно, с эффектом хорошим. Но опять-таки... Шапка норм. Опять-таки на спая шапка. Во подбородок. Неизвестно, сколько анюшка стоит, еще не смотрели. Не интересовались пока. Мы ждем красную шмотку просто. Так, господи, с этим подбородком. Подбородок. Все требуют подбородка. Да, это скоро будет хэштег, вот и видите. Видите, эти пизды? А, вижу. Вот и подбородок. Все просили, получили. Пожалуйста. Это подбородок? Да. Да, подбородок. Нормально. Ну чё, погнали? А стринжово подбородка нету. Подбородок или смерть. Бля, не хватает две ангюшки ещё. Это хэллоуин, надо как-то развлекаться. Бля, вот бы сейчас кот анюжельный выпал. Это был бы эпик, да, был бы эпик вин. Да. Что за кот? Это типа красная, ну, шмотка. Медик, она у классовая, да? Уже? Да, у классовая. Ого, ну да. Спасибо. Так давай три сразу дроп. Я там три не падает. Там могут еще насмешки упасть параллельно. Скоро появится дофига лотов на бэкпаке, на подбородке. Нет, я... Ёбаный рот. Танк. Что? А что за эффект?
White Lightning, блядь, это походу не то. Я, кажется, знаю, что это такое. Ну, блядь, все равно это... это охуенно, блядь. Не, круто, я... Все, я уже доволен. Стоп, ты разве это танк хотел? Ты не насмешку хотел? Нет, я хотел шапку. А, ты не на шапку танчик хотел? Ну, насмешку танчик. Блядь, охуеть. Ну, круто. Но вы, походу, тоже не увидите ее. Да. Я не знаю, нет, как, ее точно какой нет. Конфиг нужно поставить? Блин, офигенно. А можно, почему здесь вообще блочится шапки? Можно вырубить, да, сейчас, секунду. Габен услышал твои молитвы. Да, подождите, сейчас я сервер перезапущу. Как там, Эркон Мэп? Меня опять куда-то скинули, а, уроды? Уроды. Уроды, я на свой планил, знаю, что вы мне сдаете. Да, ой. Как там мэп? Блять, у меня такой тупняк сейчас из-за этого. PLR. PLR, Helltown. Helltower, Vent. Да, спасибо, спасибо. Лиля, ты где? Я бегаю по башне здесь. Куда сюда? А, все, уже не бегаю. Бакси, распокойся, ПЖ раздражает. О, миссис Кенти, здравствуйте. Трандуил, здравствуйте. Тут еще есть Лаки Клейтон. Сколько стоит анишка? Сколько вообще стоят вот эти все анишки? Да хуй его знает. А у меня так видно они... Steam в этом на Твиче, нет? Да. Видно? Просто я не помню, какой не я включал. Видно. А, я включал без Steam. Сейчас я включу Steam. Лёша... Я потом Иван. Покажу. Потому что кейс еще не закончился. Сейчас, да? Секунду. Да, еще около 10 там кейсов. Ну вот. А, есть шанс, что выпадет, да? Еще что-то. Здравствуйте, мистер Трандуил. Может, кто-то знает, какой конфиг нужно ставить? Трандуил. Я пока дальше буду открывать. Еще 10 кейсов осталось ровно. Блять, ну танк. Давай, давай, открывай. Танк это пизда. Ну, танк это топ. Это топчик, да. Стало. Ладно, 10 кейсов. Габен, пожалуйста, дай мне еще хотя бы одну анюшку. Седьмой кейс анюшка. Красного кота, пожалуйста, анюжельного. Вот все, что я прошу от тебя. Ты мне, падла, забанил 28 аккаунтов, поэтому давай мне анюшку сейчас на кота. Я прощаю тебя. А, у тебя золотой? А, да, у тебя золотой же, точно. Золотой? Сучка. Пожалуйста, пожалуйста, гаденчик. Все столпились, короче, в круг встали и ждем. И ждем. А что такое белый зашел? Что это такое? Это на инжуху, да. Ну, походу, это на инжуху. Хэллоуиновская хуйня. 5 кейсов, гайс, 5 кейсов. Блять. Пожалуйста, габенчик. Один красный кот, он нежильный. Что это такое? Разорванные враги. Три ящика. Наушники. Да, это не наушники. Что это? Нет, это наскота, типа, этот шлем. Все, последний сейчас будет, да, сейчас уже? Сейчас будет последний. Ну, бля, с последнего никогда ничего не падает, это бесполезно. Красная, блядь, ебать, красная! Да, пиздишь, блядь. Да нет, шучу, конечно. Не, ну тогда, конечно, вот это знатно. Кажется, о, вау, анюшка, да. Хуюшка, блядь. Юшка. Бля, 5 насмешек и 2 шапки. Ну, я думаю, что, в принципе, неплохо. Правда, не знаю, как я, окупился или нет. Блядь, реально все столпились. Как мне эту хуйню вам показать? Шапка реально крутая. А почему ее, кстати, не видно? Конфиг же не должен банить шапки. Должен, он все новое банит. То есть. Так уже, пока, уже столько времени. Я так понял, пока новые шмотки не добавишь. Одень эту другую шапку. На Твиче посмотреть хоть.
сейчас. Бля, у меня теперь столько этих шапок полклассовых, что надел. Так, на меня там кто-то. Нихера ты не купил. Дасик 134, спасибо за подписку. Бля, ну топчик просто. Топчик танк. Да, Снайпер, надеюсь, что тебе не натирает. Всем пока. 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 До свидания. Так, ну что, а теперь ну, давайте давай смотреть другую цены. 57 человек, нихуя себе. Сейчас я включу, чтобы было видно у меня этот... О, тут и Трандуил другую сидит шапки с нами. Сейчас я включу, да, чтобы было видно у меня Steam. И будем смотреть вместе, сколько оно, да, стоит. Yes. Так. Хай, да, привет. О, Марк пришел. Да. Там сидел, оказывается, тут мест уже не было. Да, сори, Марк. 15 сделаем. Мы здесь засели. Марк? Да, здравствуйте, мистер Марк. Вообще, максимум продаж за 200. Да нихуя не продам я за 200, я дороже продам эту хуйню всю. Ой, сколько тут с ней нас спамили. Что? Одень, пожалуйста, другую шапку. Я ж надел. Нет, другую Анюшку. Ой, у меня еще и трансляция смотрит. Я ж надевал, я показывал. Ну, давай чуть позже, хорошо? Так, смотрим, значит, танк. Как тут продать? Чуть позже уже не получится. Не получится. Там надо спать человеку. Наш пера, все получится. Все получится, да. Удалить, нажимай удалить. Да, удали, да, да. А оно нихуя не показывает тогда. Мне, наверное, тимпортерс надо перезапускать. Да, у меня кучу, кучу ящиков показывает. Да, прикольно. Что, мне по фасту может перезапустить? Ну, перезапусти по фасту. Сейчас, гайс, одну секунду. Танк, торпичей. Сколько непрочитанных сообщений. Да. Да нет, я тоже думаю, что на самом деле наш пер получится все продать, ну, за нормальную сумму, потому что это наш пер. У него на самом деле, он даже рокет дороже ставил, он очень долго у него стоял, но все равно купили. А Нюшка, которая стоила, которую он поставил, за дофига бабла у него тоже купили, поэтому он поставит, сколько это будет стоять, неизвестно, но... Все равно продаст. Блять, ну да, на самом деле. Не, я хотел еще и эту шапку продать, но мне ее никто не купил так. Ну, там у тебя подольше стояла. О, привет. Да, здравствуйте. Привет, привет. Ты там сидел, ничего не писал. Я думаю, что у меня микрофон выключен. Надо было сказать, что ты зайти не мог. Наш пирог, сколько тебе всего выпало, Нижик? 7 вроде. С 200 включаешь 6 Нижик? 7. Хера себе. Ну я надеялся на 8, ну чуть-чуть не хватило. Что значит надеялся на 8? Потому что я думал, что выпадет с каждой сотни по 4. Ну типа, каждая аньюшка с 25 ящика. Так шанс 0,66% есть еще. 1% на Вики написано. Нет. 1%, да. 1% раньше был, сейчас меньше. Открываем ТФ2 Вики, смотрим последний ящик, там будет... 1% написано. Блять, не работает, я не знаю, не показывает эта хуйня. Конечно, столько это дерьма наводили. Ну да, она дропалась. Ну, два новых эффекта, и вообще все таунты с новыми эффектами, мне кажется. А если там Spooky Moon, или как там называется, выпадет? Или эти пузырьки, они достаточно дорого стоят, эти таунты. Ну, фанни эти эффекты. Продать на торговой площадке. Если смотрим. Это про танк. Как там, Lightning, да, но что-то там. Я что-то не вижу пока такой шапки. Короче, было весело, всем спасибо, да, до свидания. До свидания. До свидания. Давай. Нету такой шапки на продаже. Ну, потому что она новая же. Так нет, там, ну, в смысле, эффекта такого нету. Да, я вижу. Танки-то все новые. А ты на бэкпаке посмотри еще. Да, она не будет пока.
Там нету пока. Нету пока? Нету. Так, смотрим дальше, что там у меня. На инжуху вот это. Там кто-то писал, что на БП... Скинули танк на бэкпаке, сейчас посмотрим. 40 кеев с твоим продают. 40? Да, 40 кеев с твоим продают. Да. 40, 50... Фрактал пишет, можешь 40... любую цену ставить на новой шапке. Кстати, появились эти эффекты, их даже видно, тут все обновили бэкпак. Клэр. На инжуху я, кстати, тоже... Ой, на... точнее, это на спая шапка. На спая я тоже не вижу такого эффекта. А, вот есть, за 90 баксов самый первый. Ну, на бэкпаке интересно. Ну да. Самый дешевый — это $90 на спая. На солда, я думаю, я дороже продать могу. 40 кеев — это сколько в баксах? Ну, около 90 тоже. Ну, 90. Ну, 180 кеев. Бля, ну маловато. Хотя... Не, нормально. Машка, давайте танка возьму за 25 кей. Да? Сейчас. Давай, кидай трейд. Кидай. Смотрите. Ты согласен за 25 кей? Кидай трейд прямо сейчас. И вот не кидаешь прямо сейчас, то все. Ничего, что у меня ключи куплены 20... Ну ладно, 25 часов назад куплены. Не трейд был, шмотки сейчас. Так, смотрим дальше. Таунты. $17. $15. 18, 24 и 40. Да. Ну это эффекты же еще старые, наверное, там продаются. Ну там... Открывать будешь? Да я не знаю. Но если... У меня же нету таунтов этих. У меня только один таунт есть. Если вы мне поскидываете сейчас таунты эти... Так. Сейчас у скажу, меня... что... У меня нет таунтов. У меня вообще таунтов. О, ну, я знаю, у кого есть. Кто-то самый богатый из нас. У кого? Знаешь, теперь тебе что, аккаунт Доту разбанили, что ли? Что, что разбанили? Тебе аккаунт Доту, что ли, разбанили? Нет. Что ты тут решил кейс закупить? Так, что там? У меня, короче, есть Конго. Бля, ну, кстати, вот на Демоса самая дешевая это Unusual. Unusual насмешка стоит $16. А Unusual Fire 40. Может, не стоит его заюзывать? Не надо, да. А вдруг... Ну, чего смотри, шубы? Посмотри, какой эффект самый дешевый там. Ну вот какой-то... Нет, чего? Это старые все. По шубу роль же ебан, почему-то не спать. Полистай назад, это... там самый концепт. Так вышло. Палата Кея, спасибо за подписочку. Так. Сколько самый дорогой стоит там? Самый дорогой стоит $53. Я думаю, и что это за эффект? 72, 72. А, это с этим... Стандартный. Да, старый. На торговке старые эффекты, пишет Фрактал. Ну да. Ну не знаю, бля, не знаю. Короче, сейчас я, наверное, пока не буду вязать. Ну его нахрен. Я еще подумаю, что с этим всем делать. Потому что, что это жестко. Пошел нахер, Димасик. Передай привет маме, бабушке, дедушке, да. Прабабушке, прабабушке. Передаем привет всем этим родственникам, да. Ну что, ребята, спасибо, кто смотрел этот анбоксинг. Раздачи никакой не будет. Вы пришли просто так и просрали, не знаю, потому что наш первый еврей, да, расходимся. Да, еврей, да, спасибо, крестик. Да. Ладно, спасибо всем, до свидания.